что, друзья, мы приехали в отель. В такой вот красивый отель. Он реально красивый. Просто шикарно. 5 звезд. Я уже заселился, помылся. И вот делаю вам видео. Пойдемте внутрь зайдем. Вот внутри красиво. Все там такое зеленое. Все шикарно. Вот смотрите, как красиво. Водопады. Просто такие. Все мраморный. О, охренеть, смотрите, как красиво. Это все вот в отеле. Супер. О, здесь мы будем спать ночь. Завтра в 3 утра встаем. Мостик такой вот миленький сделали. Вот так. Очень красиво. Правда, красиво было. Вообще, мы ехали, так долго ехали. Мы ехали весело. Экскурсия доволен, в принципе. Претензий нет, и не может быть у меня. Потому что все очень идеально. Хорошо организовано. Вот там бассейн. Там плавают люди. Отдыхающие. Вон. Плавают. Сейчас я тоже пойду плавать туда. Друзья, я зашел в номер. Вот начинается здесь комната туалетная. Потом прихожая с большим зеркалом. Все в арабском стиле. Прихожая. Большая ванная. С биде. Привет, привет. Тут ванна, душ. Вот. Большая комната. Кровать. Вот. Ну, в общем, как-то так. Теперь пойду покажу вам еще бассейн, в котором я только-только искупался. Вода там такая теплая, друзья, как парное молоко. В общем, все. Пойду я. Вот такой бассейн я сейчас искупался только что. Вода просто шикарная. Пальмы стоят. Шикарно, конечно. Ну, жара, друзья. 45 градусов. 45 градусов. Шикарно. Короче, мы едем в Сахару. Джипинг у нас.
друзья, в общем, приехали мы на фотосессию. Вот. Сейчас буду фотографироваться, вам быстренько засниму, что здесь происходит вообще. Что-то здесь продают. Это роза пустыни. Роза пустыни? Да, такой роза соль, такой роза пустыни. Окей. Вот. Здесь все вот мы собрались. Друзья, я поднялся на гору. Называется Верблюд. Смотрите, какая красота. Видите? Охренеть. Нет, надо сделать селфи. Как же без селфи? А, как же без селфи, которые убивают? Какая красота. Смотрите, обрыв. Пустыня. Охренеть. Все фоткаются. Классно. Привет всем, привет. Привет.
Друзья, в общем, мы приехали на одну из площадок «Звездных войн». На этой площадке снимался фильм. Это называется «Звездные войны». В каком-то году. Вот. Площадка осталась. Они ее не забрали. Продают различные вот товар. Различный товар продают. Животные, с животными предлагают сфотографироваться. Масла продают там. Финики. Все продают вообще. Хорошие финики, хорошие. А все же финики. No, excuse me. Вот. В общем, пойду я фотографироваться. Финики, финики. Друзья, посмотрите, как красиво ночью подсветка вот светится. Красота. Итак, друзья, продолжается мой отпуск. Сегодня третий день моего отдыха в Тунисе. Мы приехали сейчас снова в Сахару встречать восход солнца. Вот. Сейчас я покажу красоту. Солнце. Сейчас все люди фотографируются, позируют, видео делают. Там автобус стоит. Вот. Красота, просто охренеть. Там, короче, солнце должно вставать вот там где-то. Друзья, в общем, здесь когда-то давно было море. Вот здесь вот прям, вот здесь было море. Очень давно-давно. Куда вперед? Чуть-чуть. Горизонт, то что ли? Да. Все идут, а мы пойдем. Мы погуляем по высохшему морю. Ты же хотела высохшему морю. Так. Не знаю, появится, нет солнца. Понятно. Иду вот по морю. Кругом соль, морская соль. О, появляется! Вот, ребята. Солнце, друзья. Всем доброе утро, кто смотрит. Охренеть, какая красота. Как красиво. Поднимается, поднимается. Дети кричат. Ну что-то с камерой проблем какие-то. Шумит.
представляете, как раньше здесь было еще краше, когда было море. Солнце встает, море, охренеть. Просто не писать словами, что здесь происходит сейчас. Люди появились, ну ладно, пусть гуляют. Все встало, не? Охренеть, как красиво, друзья, как красиво. Все поднимается. О, как быстро. Все, мы поехали, друзья, дальше. Друзья, так, мы приехали на очередное место. Сейчас будем кататься на верблюдах. Кто-то будет кататься на квадроциклах. Вот, а я выбрал верблюд. Верблюд стоит 25 динар, вроде бы, если не ошибаюсь. Как-то так. Друзья, ну что, нас переодели. Вот такую вот одежду местную. Халат какой-то, платочек. И сверху вот я шляпу еще одел. Сейчас пойдем на верблюда. Вот там вот сзади, вот видно вам, нет? Где-то там вот. Там должны быть стоять квадроциклы. Не знаю, видно, не видно вам. Так, вот там стоят верблюды. Вот там верблюды где-то. Не вижу я. В общем, как-то так. Друзья, я, в общем, уже на верблюде. Вот верблюды вокруг. О май гад. Охренеть. Что там делает? Идем. Охренеть. Вот девочки идут со мной. Да. Видео. Ай, видео. Друг. Е-е-е. Привет всем, ребята. Всем привет. Я на верблюде, в Сахаре, в Африке. Привет. Мы идем сейчас кататься вот по Сахаре. Вот, как-то так. Все хорошо, все по супер. По самой большой пустыне в мире. Да, вот поправляю, подскажу. Подружки мои. Спроси по-английски. Все, давай. Thank you. Итак, друзья, мы дошли до Бархан. Вот они нас окружают вокруг. Красота. Ведут нас вот. Куда-то ведут. Там девочки. Давайте.
Денис, да. Нас снимает. Снимаю. Вы меня не снимаете. Придется вас снимать. Как-то так, в общем, идем. Солнышко светит, погода хорошая. Мы, в общем, доехали до пустыни, припарковали своих верблюдов. Сейчас будем делать фото, видео. Вот красавец какой. Какой красивый. Как-то так. Вот песок, друзья. Видите? В общем, как-то так. Продолжаем видеосъемку, друзья. Вот, смотрите, кто-то уже уходит. Пофотографировались они уже, видео себе тоже сделали. Но атмосфера здесь шикарна. Шикарная атмосфера. А там кто-то гуляет, отдыхает. Вот как приземляется, смотрите. Ну давай, третий. Вот. Вот, все идут. Красота, друзья, вообще охренеть просто. Шикарно. Вот это я встал. Мою веревку кому-нибудь привяжите. Он там, мне кажется, стоял-то. Пойдете одна по пустыне. Еще уходит. Да, он пойдет за всеми, он один никого не пойдет. Это шарабский верблюд. Они всегда кучками. Вам повезло. Да. Это... Я не могу. Мама верблюда. А нет, мама лошадей. Привет. Всем привет, друзья. Идем назад. Вот. Все классно, супер. Нафотографировались, видео сделали много. Вот, классно. Вот мои девочки идут тоже. Сзади меня, как всегда. Одну не видно, правда. Где-то спряталась. Вот, все, накатались. Идем. Да, идем назад. Угу. Вот еще к нам присоединился народ здесь. Подожди. Там еще, вот там идут. О! Все идут назад. Вот там впереди кто-то идет. Очень классно. Так, доходим до базы. Сейчас буду спускаться. Хочу вам показать, как он меня спускает вниз. Поднял-то поднял, вы видели, а как спускают, вы не видели, на землю. Все супер, классно. Сейчас будет приземлять меня. Укусил кто-то. О май гад. Ну. О май гад. Е.